Собчак забросила сына. Эммануил Виторган сделал заявление. 37-летняя Ксения Собчак и 47-летний Максим Виторган после развода не стали делить имущество. И сына Платона. Актер принимает участие в воспитании мальчика. Максим проводит с ним больше времени, чем Ксения. Мальчик часто живет у отца. Они вместе путешествуют, а недавно побывали в океанариуме. Эммануил Виторган убежден, что главную роль в воспитании Платона играет именно Максим. То, каким растет внук, заслуга Максима. Ксюша очень занятой человек. Он и старших детей хорошо воспитал, заявил Виторган-старший в эфире передачи «Ты не поверишь» канала НТВ. Эммануил Гедеонович рад за бывшую невестку и желает ей счастья в браке с Константином Богомоловым. Актер заверил, что его сын не озлобился на бывшую жену, несмотря на то, что Ксения изменяла ему. Виторган-старший уже познакомился с новой возлюбленной сына, 28-летней актрисой Нино Нинидзе. На семейном празднике по случаю дня рождения Максима она исполнила песню и произвела на всех хорошие впечатления.